С дороги на спанам. Поехали, разберемся с ним. Да ну ёбаный. Где он? А, один у нас. Готов. Это дроп летит. Не видно, где его. В начале, походу, да. За глайдера. Да, придурка. Сюда отдали быстро. Что у вас есть? Завод сверху. Садимся. Посмотри, какой круг на трубу прям. Сейчас зачекаем глайдер. Он стоит. И на трубу будем залетать. Я с ним за? Да. Она что?
просто лучший! Чуть-чуть еще. Жопу будем разрывать всем. Не пойму, где он. Пока не надо пикаться. Пусть про нас забудут, мы им подзатыльников насуем. Центр круга идеальный. Сейчас по-любому типы подъедут на берег, встанут, пакуются, расчехлятся. Будем нагибать. Вот это да. Шар. Да, еще не залетал. Спасибо, не надо. Машина вижу на завод. Я очень доволен, что ты со второго слота запрыгнул. Со второго слота вообще ни у кого в истории не получалось сюда запрыгнуть. За завод заехал. О, на берег едет тачка. Пока не стреляем. Пусть расчехляются. Эти наши. Скажу, когда. Так, фиолетового видишь, как остановится, можно будет лупить его. Просто не умирают. Да, не дохнут. Еще тачка к ним. Угу. Про них знают. Пусть дерутся, мы там накроем. Да, обязательно поможем. О, услышали их. Хорошо. Один, да? А те выжили или сдохли, которых мы первых отрабатывали? Ну я так понял, один остался, да? Походу, да. Этого кое еще подъехали. Да у нас центр круга. Жду им. Тебя пятерок много? Да, да. Да, он там один остался. Ну 160 есть еще.
Их двое. Шапку оторвал одному. Живучие скоты. Если патронов много, тачечку им отрихтуй, пожалуйста. Колеса, колеса. Хорош. Мы их прикрываем, не выбиваем. Да, у меня патронов нету. Спасибо. Все, короче, ты с ними развлекайся, пойду обстановочку разонзирую. Хо-хо-хо-хо! Что за круги? Пойдет. Что а, это? Держи, у меня 30 патронов. Что это такое? Надо патроны сохранить. Вот еще один. Молодец. Ух ты, ё-моё. Да мне снизу дали, я как понял. Всё, наших друзей лупанули. Так, эти пока пускай сами по себе разбираются. Так, этого сбрил. А, БТР на карте. Я друзей сбрил, где эти? Я убил его. А, он один остался, ну. Короче, один снайпер стоит, просто меня смотрит. Хотя у него на крыше тип, туда-сюда, ему наплевать. Что за наплевательское отношение к врагам? БТР катает. БТР остановился, может выйдет сейчас. У меня один болик, 45 патронов и одна аптека, и щит, все. О, у тебя даже щит есть? Не раскида, ни хера, щит есть. Надо, чтобы БТР убили, да? Так, у нас круг. Два типа.
Что происходит? Ладно, я не стреляю, мне не останется наконец. Да-да-да, не стреляй. Ну мы будем в кругу, когда все будут как на ладони. Вот это наше время золотое. Надо... Да, у меня осталось 40 патронов. Если кто-то будет лупить по бетру, надо их не трогать. Бетер хорошо. В кругу. В кругу. Ситуация, но следующий круг нас выдавливает, конечно. У нас теперь под нами сразу двое. Сколько надо давать тычек, чтоб ты сдох уже, а? Башку оторвал, в башку дал, все равно не сдох. Но это кубок. Что-то на голду я не рассчитываю. Сейчас надо, чтобы они лупили по беттеру, они вообще его не трогают. Мы в кругу. Мы в кругу. Мы в восьмом кругу. А я все, без под... А типы не дохнут. Может урона мало, я не знаю. Ладно, без эмки буду играть. Так, у нас осталось что? У нас осталось два типа в беттере. Пловенькие. И... внизу один тип. У тебя гранаты есть? Сишки, гранаты, молики, хаешки. Давай. Ничего нет. Он же хаешка на поясе висит. Один щит и все, и аптечка. Больше ничего нет. Граната. Нету. Он же на поясе висит у тебя, давай. Разбрасывай. Надо помогать сушить. А у нас даже пушки не опускаются. Они вышли, но мы их не видим. Он взорвал беттер. Так, два типа осталось и звездочка. Сейчас посмотрим, что происходит. Что у тебя по аптекам? Аптеки есть. Давай. Короче, смотри, братушонок. У тебя миссия будет такая. Выхода у нас особо нет. Твоя миссия будет заключаться в том, чтобы, когда пойдет круг, прыгнуть и не дать им захиляться. Понимаешь? Угу. Прям на точку. Когда пойдет круг, спрыгивай, не давай хиляться.
А, рано. Нет. Без миссии. Только мастер летной академии в нужном кругу может оказаться на нужном месте. Принимайте. Я мечтал о таком кругу. Я мечтал о нем в своих мечтах. Но я никогда не думал, что на этой трубе я буду наверху и выиграю эту игру. Не имея возможности даже стрелять по типулям. Слезы наворачиваются просто. Шок.